Искал рыбу вдоль дна, чуть глубже заныривал и вдоль поверхности, и старался найти место, где видимость хотя бы больше, чем 1,5 метра. Везде взвесь, залив неудачный попался. Рыбу видел, да, 2 или 3 штуки, такие только хвосты уходящих. Одного удалось выстрелить. Оказался не карп, а сайка. Большая-большая рыба. И Володя. Слава Богу, едят, на берегу. А ты такая капризная, говоришь. Не ту рыбу. Люди ее едят, я тебе честно говорю. Итак, мы закончили нырялку нашу с охотой. Крупную рыбу подстрелили, которую обычно не берем, не стреляем, потому что в мутной воде я подумал, что это карп, а оказался это сакер. Я его стрелял сверху, как бы получилось, я его точно не видел. Если бы он боком был, я бы его определил вот так. В общем, в итоге мы подарили тут местным рыбакам эту рыбу. Они в захвате были от такого размера рыбы. Вот, и ловят они пукасиков каких-то. Но тут, я говорю, хотите рыбу? Да, хотим. Ну, хотите, так хотите. В общем, отдали. Так что ты уже фотографируешь, снимаешь, когда пустой стол? Мы уже все поели, я с мусором. Так не хватало, чтобы с еду снимать. Мы голодаем. Мы ж худеем все. Вон, красивое место. Люди на понтоне, на семейном сидят. Ситро пьют, извиняюсь за выражение. Наши уже шашлыки, водка, песни, бабы, нырялки. А эти сидят, психионеры французские.